25 марта 2024 года в Московском доме национальностей состоялось знаковое мероприятие, которое было организовано и проведено BRICS Culture Media Forum, Московским союзом цыган и информационным порталом «Культру». На мероприятие были приглашены общественные деятели, артисты, журналисты, политологи, представители национальных диаспор столицы. Я очень рад, что за этим столом находится победитель Кубка Кадырова, столь эрудированный, блистательный. Вот, вы не смотрите на то, что он адвокат, это не самое из худшие его качества. Наоборот, это одно из его достоинств, да, это козырь, да. Вот, он на самом деле, конечно, адвокат ангела, мы перефразируем, все прикодируем. В каждом своем клиенте он видит ангела. По слову Иоганна Экхарта, потому что действительно, знаете, во втором томе Сервантес «Дон Кихот» есть очень знаковый такой эпиграф. Я сейчас вот запущу вот некий такой даже интерактив, чтобы у нас было, знаете, всколыхнуло наши сердца. Так вот, Сервантес пишет: «Самый главный рыцарский подвиг – это…» Как вы думаете, какое завершение? Какой самый главный рыцарский подвиг? Обезглавить дракона, напоить, накормить вдову, выйти с мечом и защитить там от полчища врагов осажденный замок. Или покорить даму сердца. Какой самый главный рыцарский подвиг? Вы будете просто обескуражены. Я вот длю эту, знаете, интригу, чтобы запомнилось, потому что вот без интриги не запомнится. Вам вот сегодня тоже, Роман, дарю, как представителю Союза цыган России, чтобы вы этот подвиг, как планку некую, вот как некое знамя понесли. Сервантес так определяет: самый главный рыцарский подвиг – это увидеть человеческое лицо под маской. Посмотрите, когда мы даем доверие человеку, несмотря на то, что он может быть падший. Может быть, он даже плохое что-то про нас говорит. Даже, может быть, он постоянно про нас говорит плохое. А мы все равно ему даем некий кредит доверия. В этом есть рыцарственность. Мы говорим, что ничего страшного, он все правильно говорит. У меня много недостатков. А если говорит плохое, значит, Господь Бог смиряет меня через него. Понимаете? Поэтому вот перед нами рыцарь без страха и упрека, адвокат ангела, победитель Кубка Кадырова. Мы попросим Леонида Исаева, чтобы он сегодня какой-то исторический разбор увидел, в чем ему кажется особенность вот нашего форума в Грозном. Какие пожелания от тебя, как от историографа? Прошу. Добрый день, дорогие друзья. Главный посыл нашего форума, который начался еще со стороны Сергея Викторовича 10 лет назад, а со стороны Рамзана Ахматовича 2 года назад, когда в общественной палате был анонсирован розыгрыш Кубка Кадырова по интеллектуальной игре, этот посыл означает следующее: необходимость активной мобилизации в высшие эшелоны власти именно интеллектуалов, потому что именно интеллект сейчас сможет направить в нужное русло вот те силы, тот огромный потенциал России, который у нее есть и который, как большой любитель истории говорю, традиционно очень не нравится ее геополитическим противникам. Вот после ужасной трагедии пятницы я смотрел ленты соцсетей. Конечно, ряд постов меня пугает в том плане, что если Запад через этих террористов нанес удар по нам, то мы должны нанести фронтальный силовой удар по Западу. Я считаю, что надо действовать более гибче и наносить удар таким образом, чтобы абсолютно застраховать наш народ, наших граждан от возможных негативных последствий.
Потому что, ну что такое силовой удар? Силовой удар – это глобальный конфликт, который будет выгоден в первую очередь Западу. Здесь, как большой любитель истории, могу вспомнить июль 1990 года, когда Саддам Хусейн, возмущенный тем, что Кувейт использует технологии надлонного бурения, которые выкачивают иракскую нефть из месторождения Румейла в пользу Кувейта, он, как человек вспыльчивый, пассионарный, естественно, его первая реакция – это решить вопрос силовым путем, но он этого не сделал до того, как в конце июля не встретился с послом Соединенных Штатов Эйприл Гиллеспи, который спросил: «Госпожа посол, вот если Ирак решит наказать Кувейт за его ярко выраженную антииракскую политику, какой будет реакция Соединенных Штатов?» А посол отвечает: администрация Белого дома искренне считает, что данный вопрос целиком внутри арабское дело, в которое оно совершенно не собирается вмешиваться. И что после этого произошло? Саддам Хусейн угодил в ту ловушку, которую поставил Запад для самой на тот момент мощной страны Ближнего Востока с 4-й армией мира, и получил для себя повод вбомбить ее в каменный век. Мы, я считаю, не должны попадать в ту же самую ловушку, и на вызовы Запада, которые в течение 2 лет показывают ярко выраженный антироссийский характер, дошло до того, что Запад наложил эмбарго на поставку комплектующих для гражданских самолетов, то есть приговорил всех, кто живет в России, смерти в авиакатастрофе. То есть делает то, что делал 25 лет назад в братской Югославии, с той лишь разницей, что нас нельзя уничтожать с воздуха силой, потому что есть ядерное оружие, но можно делать это опосредованно. А как можно на это ответить? На это можно ответить абсолютно безболезненно для России. Вот мы здесь говорим о странах БРИКС, совершенно верно. Но есть у Запада ахиллесова пята, называется авторское право. Так вот, что будет, если Россия в ответ на те заведомо враждебные действия, которые она испытывает со стороны так называемого золотого миллиарда на протяжении последних 2 лет, просто ставит не просто дублировать все кинофильмы западных киностудий, в том числе Голливуда, и не просто использовать их у себя, но и продавать в страны БРИКС по демпинговым ценам, по серым схемам, примерно там, где Голливуд продает за 100 долларов копию, Россия будет продавать за 1 доллар копию. И то же самое с индустрией видеоигр. Прошиваются самые современные видеоприставки, которые сейчас есть. Клепаются на них болванки с пиратскими играми. Последними, по последнему слову, техники, которые сейчас продаются за 100 долларов и больше. И опять же распространяются внутри России за копейки и продаются в страны БРИКС. Что в этом случае будет с хваленой индустрией Запада, с фабрикой грез? Она начнет нести такие многомиллиардные убытки, что ее представители придут к находящемуся в перманентной деменции дедушке в Белый дом и скажут: «Господин президент, а ради чего мы должны идти на подобного рода издержки?» Что для этого необходимо? Для этого необходимо только одно – есть в Уголовном кодексе статья 146 «Нарушение авторских и смежных прав». Так вот, в эту статью нужно принять небольшое примечание, которое будет говорить, что действия данной статьи не распространяются на защиту авторских и смежных прав резидентов недружественных России стран. И все. И это будет мощнейший ответ России в отношении Запада. Это будут наши мощнейшие контрсанкции. И я уверен, что через несколько месяцев после этого Запад придет к России с поклоном и не только будет согласен отменить антироссийские санкции, не только будет согласен свернуть поддержку Украины, он даже будет согласен ввести безвизовый режим
между Евросоюзом и Россией. Лишь бы Россия перестала бить в его самое уязвимое место. Я надеюсь, это предложение приму к сведению, наши уважаемые депутаты. Спасибо. Да, молодец, Леонид. Как сказал в свое время, вы помните, Александр Зиновьев, он сказал, что наша задача переумнить Запад. Он написал знаменитую книгу о крахе западной системы ценностей, западной цивилизации. Вот. Кстати, написал ее не только Зиновьев, как вы знаете, «Смерть Запада» еще до него написал сенатор Патрик Виркинин. Вот. Эта книга была настольной книгой нашего знаменитого государственного деятеля Жириновского Владимира Вольфовича. Он ее штудировал достаточно глубоко. Я согласен в какой-то части с мнением Леонида. У нас есть soft power. Это мягкая сила воздействия на сердце человеческое. Это культура. Вот сегодня мы сидим, основная повестка рядом с артистом и художник. То есть это вот представитель как раз той самой культурной дипломатии. Согласен, что у нас есть также еще более высокий уровень воздействия. Smart power. Сейчас вообще это модное слово. Smart power. Умная сила. То есть сила интеллекта. Сила наших интеллектуальных способностей переумнить. Но выше этого находится самая высокая сила. И она носит название Spirit Power. Сила духа. Как мы побеждали всегда? Силой воли, силой духа, нашей верой. Код нашей цивилизации – это воля. Как сказал в свое время Николай Бердяев, мистическая формула свободы, выражается всего в трех словах. Да будет воля твоя. Когда мы исполняем волю Господа, мы становимся свободными. Потому что Его воля входит в нас. И вот сегодня я согласен с Леонидом в какой-то части. Да, мы должны переумнить Запад, но мы должны также духом перебороть. Показать. После этого террористов не показывать какие-то сцены унижения, там, как ему уши отрезают. Наоборот, какой-то силой молитвы, все конфессии, взявшись за руки, выйти на место трагедии. Все вместе, Молла должны прочитать там по Корану. Там православный священник свою молитву об обретении, так сказать, невиданного ведения Царства Божьего. Да. Все, каждая конфессия должны прийти туда и показать. Мы нация, мы единая, нас много, и мы все равно. И мы помним об этом, мы, так сказать, мы понимаем, мы не простим, конечно, но мы вместе с тем, мы силой Духа Своего, мы преодолеем все эти вызовы современности. Вот что сегодня нам необходимо. Сегодня вот особенно важно это произносить в день национального траура, показывая, что мы плечом к плечу, мы готовы силой Духа Своего преодолеть все эти неурядицы.